допустим, в Индии, ну, сейчас, конечно, уже в меньшей степени, по меньшей мере, в те годы, когда Прабхупада еще писал, в общем-то, свидетельство писания — это серьезная штука. Я помню, ну, лет, может быть, не знаю, там, 20, где-то, как раз в 95-м году, когда я первый раз попал в Джаганнатхапури, гулял по пляжу, все повторял, и какой-то индус, ну, такой, там много очень этих, из Калькутты, вот, из Бенгали, на выходные. Ну, такой видный, интеллигентный такой мужчина подошел, мне спрашивает, что ты делаешь? Ну, видит, что у меня четкий, я говорю, ну, мантру повторяю. Он мне так в таком немножко таком духе легкого вызова решил немножко протестировать. Он говорит, где об этом сказано, ну, например, в Бхагавадгите, что нужно там мантру повторять. Да и как-то мне Кришна память дал, я говорю, ну вот, Кришна в Бхагавадгите, Кацататам, Киртаянту, Манту, то есть нужно постоянно воспевать его славу и так далее. Он так раз сиднулся, Хари Кришна, спора не было. Он только услышал цитату из Веды, все. Он понял, что дальше бесполезно спорить. Одна пришла, вторая. То есть, смотрите как. Я был сам поражен, понимаете, я сам был поражен. Для меня это была ситуация совершенно неожиданная такая. Вот, и как-то так Кришна раз вдруг дал память, что включился, я вспомнил именно этот стих, как-то так. И мне поразил эффект, что это имело мгновенное воздействие. То есть, это означает, что люди по-прежнему как-то, ну, уважают традицию, понимаете? То есть, если им остались наведы, вот, и он не может ничего противопоставить, то фактически он невежда, ему надо уйти, либо принять, либо уйти, да, признать свое поражение. Да? То есть, он не будет продолжать отстаивать свое невежество, ну, потому что веда — это сразу показатель, потому что веда — это что? Брахма, Кшара, Саму Бхава, то есть, это от самого Верховного Господа веда исходит. Не принимаешь веду, значит, отрицаешь самого Верховного Господа, это как бы нехорошо, да? Поэтому либо принимай, либо, так сказать, признавай свое поражение. Вот. То есть, как мы услышали из Веданта Шрути, из авторитетного источника. То есть, шастра, как вожжи, то есть, направляет наш процесс, как вожжи направляют, благодаря вожам можно направлять лошадь, также и Кришна через шастры регулирует наше преданное служение. То есть видхи, нишетхи, рекомендованные вещи, вещи запрещенные. Вот. И в этом процессе у нас есть возможность всегда оставаться на пути, потому что люди имеют тенденцию отклоняться туда или сюда. Вот.